Это видеоблог. Выход из зоны комфорта, часть 3. На самом деле, обычно в последнее время хожу по ступенькам, по лестнице. Но сегодня с велосипедом, с камерой в другой руке, поэтому поеду на лифте. Надеюсь, там никого. Помчали. Ёпта, блядь, застрял. Ёп. Делать нехер, блядь, в последнее время. Вот решил с камерой научиться разговаривать. Просто выход из зоны комфорта. Как рубается камера, вот реально не понимаю просто, что вещать на камеру. И вот решил воспользоваться этим временем и научиться разговаривать с камерой. У кого-то еще такая хрень, что вырубается камера и тупняк начинается. Есть у кого-то такое? Или я один, блядь, какой-то не от мира сего? Ладно, ничего. Думаю, это развивается, так что попробуем. Едем на точку. Скейт-парк Калуга. Народу-то мало. Окей, let's go. И народу мало на улице. Интересно, какой сегодня день недели? Только сделал машину, починил двигатель, и тут такая херня. Хватит там натекает, вообще жесть просто. Просто жесть. Надо, блин, уровень проверить. Здесь неприятная, конечно, ситуация. Только сделал двигатель. И масло утекло нахер. Сейчас поеду по ***ке. Делать тачку, блин. Погода вообще странная какая-то, на самом деле, блядь, не поймешь. То солнце, то, блядь, тучи. Хер пойми, что ожидать вообще. Ну, в принципе, под крышным, какая разница. Блин, люди, смотрю, в масках начали ходить. Видать, маски появились. Сознательные граждане, красавчики вообще. Сейчас замутим мега лайтовую. Немного попрыгаем квотер. Дальше рейсом попрыгаем, проглатывая как бы фанбокс. И как можно больше ускорения приобретать после приземления. Потому что сейчас накидали поролона. В поролон надо много ходов набирать. Потому что будем пробовать разные бимперы. Для этого надо больше скорости, а скорости не у всех получается набрать. Если высоко вылетаешь в фанбокс, потом ходов будет мало. Поэтому будем пробовать его как бы сжирая, как рейсеры, проглатывая вылет. Но у тех, у кого техника еще не поставлена, это вообще упражнение противопоказано. Иначе неправильная техника начнется, и потом будет сложно на амплитуду прыгать. Правильная техника начнется, блядь. Что вообще? Почему я не могу нормально слова подбирать, не понимаю? Правильная техника, блядь, начнется. Короче, трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь это повторить. Как попрыгаем квотер и фанбокс, начинаем трюки в поролон. Хочу сегодня, чтобы каждый вывез какой-то сложный для себя трюк, что он давно уже, может быть, хотел добрать, не получалось. Но сегодня вот будет возможность еще чуть-чуть под поролон поднакидаем, чтобы помягче, побезопаснее было. И надо постараться прям дожать сегодня. Максу там либо 2 випа, либо 3 вип. Артем хочу, чтобы четкий либо трак, либо 2 бара. Посмотрим, может быть, какой-нибудь ноу-хенд на бар. Может быть, вип начнем учиться. Сейчас пока еще не придумал. Не суть, на самом деле, какой трюк. Главное, чтобы вот что-то дожали. Вот, дядя Степа тоже нас сегодня, я думаю, удивит каким-нибудь бингером. Он может. Да, дядя Степа, только цепь натяни. С кайфом едем. Было бы потеплее, можно было бы на велике поехать. Так, я как всегда по ходу дела опаздываю. Блять, уже 5 минут. Вот что делать с этой прокрастинацией? Вот до последнего. Лежу, блин, в кровати до последнего, блин, просто не встаю. Нет, чтобы, блин, заранее покушать, сготовить, сейчас вечер, блин. Чтобы утром встал, просто разогрел спокойненько, там, перекусил. Нет же, блин. Утром еще что-то носишься, что-то пытаешься приготовить. Понимаешь, что времени уже нету. Поэтому ни хрена не ешь, пьешь чай и просто выбегаешь. И все время опаздываю. Либо впритык, либо чуть-чуть задерживаюсь. Ладно, я президент. О, братва уже ждет. Аж 3 человека, все остальные боятся. Может, оно и правильно. Просто смотрите, дядя Степа.
Они уже поняли, что что-то тут неладное. Камеры на них направлены. Это видеоблог. Не умею я с камерой, короче, разговаривать. Вообще тупняк какой-то. Не, я вот пытаюсь, выхожу, видите, из зоны комфорта, пытаюсь базарить, что-то на камеру вообще не получается. Ну ничего, я научусь. Макс вроде по ходу дела разбирается. Тачка, сейчас у него спросим, к чему я масло вытекал. Да, Макс? Могу лично. Что там с сальниками, ты говоришь? Менять надо уже. На такой старой машине надо точно раза два. Ведро, говорит, старое, мне тачку менять надо. Че, ручки пожмем? Да. Коронавирус. Очень приятно, коронавирус. Коронавирус очень приятно. Легко я вышел. Пришли ребята покататься на велосипедах. Думаю, тут карантин, все дела. Не будут их мучить ровками. Хер с два. Сейчас посмотрим, что делает. Балбес. Артемий доволен. Оп-оп-оп-оп. Ну что, пришли покататься на велосипедах, да? У тебя слишком вот так вот пошло. Сначала я иногда так уже, знаешь, типа, прям протягиваю, прям выпуливаю все. Я сильнее закручу специально. То есть так безопасненько. У меня сюда теорема. Артемий, не крутись. Макса своя теорема. Интересно. Вот так вот 3 года учишь его, а у него своя теорема, оказывается. Артем, может, у тебя тоже своя теорема, не? Shit, I break it. Step into my zone, mad rhymes will stifle for ya. Lines like rifles will blast when I kick some ass. A lot of rappers be like, one take one. Just couldn't say a fly around me. There's one right under their noses. I hate those motherfucking poses, but I'm so real to them, it's scary. And with my unique skills, nah, you can't compare me. And no, we don't make rap tracks. And all the suckers get pushed back when I'm giving real facts. I represent, set up shit like a tech boy. Я Степа, а.к.а. Рейсер. Степ, ну у тебя это должно вообще идеально получаться просто на 5 баллов, да? Да. Oh yes, I'm greater than all MCs. When I breeze, give me room, please. I be like fascinating when I be updating, cutting off white kids, pulling their trump cards, I thump hard, and make them say that I'm God. Niggas be pretending they're hardcore. Never know the meaning of But I get props like a slogan and no man could ever try to diss when I kicks my jam. Lyrically deaf and connect and complete my breath. Во, уже пободрее, да? Ну, по-моему, цепанул задним колесом в уголочек немножко. Степан, смотри, куда улетаешь. Переднее колесо вон там вон он приземлилось. А должно прям вот здесь вот тут. И вес прям сразу вперед весь. Макс сейчас будет примеряться к пингеру. Вип на бар. Посмотрим, что из этого получится. Ну что там, как по ощущениям? Слушай, я думаю, сейчас пару попыток должно получаться. Главное, успеть вывести после этого. Ну ты вип довольно высоко ловишь, нормально. Окей. А? Не получится 2 бара? Почему? Что за настрой, Артём? Обязательно сегодня 2 бара сделаем, стопудово, вот увидишь. Дядь Стёп, трак? Окей. 360 бар спин от дяди Стёпа. Ю-ху! Вот. Савелла? Ты про Савеллу, что? Так, дядя Тёп сейчас будет пробовать дабл бар спин в поролон. Первый раз. Дядя Тёп всегда такой уверенный. Сейчас, говорит, сделаю, вообще нет проблем. Окей, я, говорит, все понял, сейчас будет 2 бара в поролонку. Со второй попытки сделаешь? Так вот Макс продолжает вип на бар пробовать.
Давай, давай, давай! Ну, настрой есть, чувствуется, что может ставить. Будет, конечно, такой упор, так сказать, на чикен-бар, но... Ну, надо сделать, накидать. Накидали тут Артемию. Мягко-мягко. Давай, хорош! Ну вот, сразу видишь, как не страшно, да, в мягко крутить? Так, нас продолжает примеряться на бар. Оп! Вот уже... Что-то похоже. Сейчас что-нибудь будет, бэнгер! And we don't make whack tracks and all the suckers get pushed back when I'm kicking real facts. I represent set up shit like a tech boy. You're paranoid cause you're a son like Elroy. And you'd be happy as hell to get a record deal. Maybe your soul would sound to have massive ears. I'm greater than all MCs. When I breeze, give me room, please. I be like fascinating when I be updating. Cutting off white kids, pulling their trump cards. I thump hard and make them say that I'm God. Niggas be pretending they're hardcore. Never know the meaning of... Оп! Руль прокрутил. Второй рукой только не поймал. Все, сейчас надо добирать. Это было очень близко. Думаю, сейчас поставит. And for my peeps, I truly care. Cause without some of them, I wouldn't be here. They all know how I feel. The suckers be like playing themselves to have mass appeal. Ай, застрял. Пока что застревает второй барспин в Артемке. Но сегодня обязательно, во что бы то ни стало, я его домой вообще не отпущу. Он сейчас будет крутить руль, пока не прокрутит его два раза. Два раза и поймать. Тем временем Артемка. Два бара. Оп! Е-е-е! Походу он так хотел домой, что решил сделать два бара. Да, Артем? Молодец. Макс говорит, отгребайте поролон, а то эртайм у него мало. На спайне, ту флэт. Ладно, сейчас доберемся. Третий раз Артем хочет поставить два бара. Сейчас смотрим. Да. И второй раз подряд. Это уже практически стабильно. Неплохой результат для начала. Не, все уже тяжеловато идет. Да. Пока что, думаю, отложим мы VIP на бар на сегодня. Камера уже разряжается, но пару трюков, я думаю, успеем снять. Артемка сейчас делает suicide no hand на X-Up. Нормально. Это ты первый раз вообще сделал? Первый раз попробовал. Талантливый парень, что сказать. С первого раза трюки берет. Надо на фан переносить. Оп! Вот они! Прокрутился наконец-то два раза руль. Я все улыбается довольный. Что-то бубнит там негодует чем. Не поймешь его. То есть, Степа говорит, надо научиться управлять телом. Возможно, он прав. Может быть, его телом управляет кто-то еще. Или кто-то там за джойстиком. И управляет. Так. Вот она! Вот она! Уже два часа ребята прыгают, уже подустали, конечно, немного. Чувствуется это. Сейчас должен быть очень красивый, стильный трюк от Артема. Надеюсь, получится. Уже первый раз пробует, но hand suicide на бар спин. Вот оно, вот оно, вот оно! Пролетел, красавчик, с двумя трюками в одном полете. Ну ты доволен, Артем?
кивает одобрительно. Я доволен. Сервис, блин, пока все масло до конца не вытекло. На самом деле тренировочка вообще с кайфом прошла. Доволен, ребята все качнулись нормально. В квотере у Макса амплитуда прям заметно выросла. Вот за последний буквально, за последний месяц просто прибавил вообще капитально в квотере. Уже летает под потолок. И Степан прибавляет, ну и Артем тоже нормально сейчас раскатывается потихонечку, приходит в форму. Пролон ребята неплохо популяли, и два бара у Артема и Степана. У Степана долго не получалось, но под конец дожал, все-таки прикрутил руль, только пока не ловит его стабильно. И у Макса VIP на бар очень было несколько хороших попыток, одна рука только не встала на руль. Вот, но я думаю, что в ближайшее время доберет. Квест третий. Научиться базарить с камерой или выход из зоны комфорта, часть 3. Пройден. Ну, пока не очень получается, но, я не знаю, со временем, я думаю, прокачаем и бетом свои скиллы. Вы оставайтесь с нами. До встречи.